привет! Меня зовут Алла Глыева, я туристический эксперт и руководитель компании Турбар Лаунж. Сегодня мы приехали в отель Барон Палмс. Давайте посмотрим, чем он отличается от Барон Резорт и как у него работает концепция. Поэтому сразу скажу, приоткрою секрет, что отель этот работает один из немногих, который только для взрослых. Давайте немножко по номерам. Мы сейчас в номере Superior. Их есть два вида. Один Superior Pool, второй Superior Classic. Разница в том, что Classic – это просто вид на территорию, Pool – это с видом на бассейн. Если, кстати, вы купили Classic и приехали в отель, решили, что все-таки хочется смотреть на бассейн, пожалуйста, есть возможность сделать апгрейд $40 в сутки. По квадратуре от 26 до 34 квадратных метров номер. Все номера в таком же стиле. Максимальное размещение 3 человека. Это может быть двухспальная кровать и дополнительная кровать, либо 3 полуторки. Что еще у нас? У нас есть терраса. Собственно, pool view, о котором я говорила. Море, сразу скажу, отсюда не видно. Отель вроде и не считается, что он на второй линии, но тем не менее 300 метров до пляжа вам нужно будет пройти. Так, по поводу чайник, кофе, вода, это все есть. Мини-бар пополняется ежедневно. Здесь вода Pepsi Light и обычная. Однозначно в отеле будут халаты, и фишка баронов – это резиновые тапочки, которые, конечно, вы сможете забрать с собой в подарок. По номерам есть еще executive номер, который двухкомнатный, и superior. Та же история, но они уже больше по квадратуре и с другим размещением. Косметика. Ой, какая прелесть, беды. И душ. Немного общей информации об отеле Барон Палмс. Открыт был в 2005 году, последняя реновация в 2016. Я напомню, что отель работает по концепции только для взрослых, 16+, а соответственно максимальное размещение идет 3 взрослых, никаких там 2+, 3+, и тому подобное. Основной ресторан. У нас получилось как раз забежать за 5 минут до начала, пока нету людей, снять обед. Как видите, на обед была красная рыбка, хумус. Вареная рыба. Микс морепродуктов. Здесь все логично, не запутайтесь в этом ресторане. Это горячая секция. Слева идут вот холодные закуски. И точнее справа и с левой стороны идут сладости. Давайте я вам, кстати, сразу их и покажу. Фрукты, выбор тоже хороший. Важный момент, что хочу сказать, здесь нету прям полей накрытых, как обычно это бывает в больших отелях, я имею в виду накрытых столов, коврами, но здесь вот просто все, чтобы вы не попробовали, это вкусно. Это мясо, это овощи на гриле, микс морепродуктов, рыба волшебная, суши есть. То есть всего немного, но это вкусно, и при этом есть выбор по вашему настроению, что бы вы хотели скушать. Я, например, очень люблю такой формат питания вместо километровых 105 столов, где ты ищешь, ходишь и не понимаешь, что выбрать. Я не говорю, что когда много, это плохо, но вот такой вот больше бутиковый формат, он более комфортный. Спа. Очень приятный аромат. Джакузи с одной стороны. Сауна. Массажный кабинет. Можно сразу для пар.
турецкая ваня сама. Если вы не успели сделать себе маникюр, педикюр или подстричься, пожалуйста, салон тоже есть. Можно это сделать на месте. Ресторан Paradise днем работает с 10 до 5, как обычный ресторан-бар, ну а после уже идет как а-ля карт по предварительной записи. Очень красивое место. Я напомню, что отель работает на питание «Все включено», входит в стоимость обычный локал-алкоголь, но премиум можно, конечно же, купить за дополнительную плату. Есть несколько кабан у бассейна. То первые, того и тапки, как говорится, они абсолютно бесплатные. Очень люблю широкие шезлонги, они здесь именно такие, а еще и деревянные, а еще и с подушечками. Класс. Тренажерный зал. Небольшой, но есть, так что при желании можно позаниматься. Именно в этом месте захотелось вам сказать о том, что это полностью релакс-отель, это спа, это уединение, никакой анимации, никакой огромной территории. Если вы устали и вам хочется просто полежать под шум водопада, вкусно покушать, и самое главное, дети не бегают по голове, потому что я знаю, что очень многие туристы, которые хотят отдохнуть, даже имея своих деток, но когда они едут отдыхать без них, действительно хочется какого-то релакса. Поэтому здесь это тоже есть. В открываемом бассейне есть еще и джакузи. В общем, лежи себе, кайфуй. Смотрите, уже полным ходом приготовления, ну вообще во всех отелях, Барон Палмс не исключение, к Новому году. Есть амфитеатр, здесь проходит шоу на оба отеля, и на Палмс, и на Резорт. Я вам покажу, сколько и как идти к морю. Вот в этом именно месте заканчивается территория Барон Палмс. Начинается такой вот маленький променадик с магазинчиками, поэтому если вы не особо любите куда-то выезжать в город, если вам нужно что-то купить, это все есть под рукой. Ну и давайте посмотрим все-таки, сколько нам идти. Есть бильярд, тоже на два отеля. Напитки платные, пользование бильярдом бесплатное. Есть пинг-понг. Так, это египетский ресторан, который тоже на два отеля по предварительной записи бесплатно. Ну и все, специи, магниты, кальяны. Аптеки, конечно же, куда без них, чемоданы, если нужно для удобства вести манго, например. Ну и скучный-нескучный, спокойный-неспокойный, спа-неспа, но если вы любите потусить вечером, вы помните про два отеля, которые работают на all-inclusive 24 часа здесь, то есть еще и дискотека, где можно поплясать до 2 часов. Вопрос компании. Ну и вот тропинка, в принципе, в конце белого здания уже пляж, так что, правда, шаги не считала, но и метры тоже, но идти минуты 2-3. И пляж, в принципе, широкая достаточно полоса. А что нужно знать? Нужно знать, что здесь такой качающийся понтон, безумно красивые кораллы, немножко ветрено, это бухта на стороне. Важный момент, если вам мало двух а-ля карт ресторанов или вы хотите какую-то другую кухню, можно те 5 а-ля карт ресторанов, которые находятся в Барон Резорт, посетить за дополнительную плату при проживании в Барон Палас. Здесь же продаются манго, гранаты, то есть если вы хотите взять с собой.